Комитете национальной безопасности объяснили причины скопления машин на границах Казахстана. Они возникли на отдельных направлениях на границе с Российской Федерацией, Кыргызстаном и Узбекистаном. Как отметили в КНБ, причин несколько. В первую очередь заторы объясняют частичной реконструкцией пунктов пропуска на указанных направлениях. Ситуацию также связывают с сезонным увеличением въездного грузопотока в период транспортировки плодовочной продукции, а также с повышением пассажиропотока в туристический сезон. Как отметили в ведомстве, казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме. Для скорейшего устранения заторов на границах применяют автоматизированные системы досмотра транспортных средств и проверки документов у водителей, пояснили в ведомстве.